Всем привет, меня зовут Рима, и сегодня будем плести браслет из бисера колосок. Браслет плетется очень легко, быстро и особенно понравится новичкам. Для плетения браслета из бисера я буду использовать бисер 10 размера 7 цветов. Леску диаметр 0,22 мм. И одну бусину 8 мм. Отрезаем 80 сантиметров лески. Набирать цвета будем абсолютно в хаотичном порядке. На одну цепочку у нас будет уходить по 2 одинаковых цвета. И в конечном итоге мы получаем 14 колечек. И каждого цвета, так как у нас цветов всего 7, каждого цвета будет по 2. И первое я начну с белого. Набираем 20 бисеринок белого цвета и опускаем вниз. Затем на один конец лески набираем одну белую бисеринку и вторым концом продеваем в эту бисеринку крест-накрест. Затем складываем концы пополам и затягиваем на середине лески. Теперь на каждый конец лески набираем по 10 бисеринок второго цвета, у меня это розовый, и опускаем вниз. Теперь на один конец лески набираем одну бисеринку и вторым концом продеваем в эту бисеринку крест-накрест и затягиваем. Теперь на каждый конец набираем по 10 бисеринок третьего цвета и опускаем вниз. Это же желтый будет. На один конец лески набираем одну желтую бисеринку и вторым концом продеваем в эту бисеринку крест-накрест и затягиваем. И снова набираем по 10 бисеринок на каждый конец лески. И это уже будет четвертый цвет, и у меня это будет голубой. Опускаем вниз. На один конец лески набираем одну бисеринку голубую, и вторым концом продеваем в эту бисеринку крест-накрест и затягиваем. Набираем на каждый конец лески по 10 бисеринок пятого цвета. Опускаем вниз. Теперь на один конец лески набираем одну бисеринку персикового цвета и вторым концом продеваем в эту бисеринку крест-накрест и затягиваем. И точно так же добавляем шестой цвет бисера, у меня это салатовый. И последний, седьмой цвет бисера. Далее начинаем добавлять точно так же, как мы плели до этого, все те же 7 цветов в хаотичном порядке. Для того, чтобы получить вот такую вот цепочку. Берем первую цепочку, она же с бусиной. Затем берем вторую цепочку. И самое первое колечко продеваем сначала в бусину. А затем продвигаем по первому колечку. Теперь эта цепочка у нас с бусиной. Это та вторая, которую мы только что добавили. И конец данной цепочки продеваем в зеленое колечко. Оно же второе сначала. И затягиваем. Теперь берем третье. И делаем то же самое. Сначала в бусину, затем продвигаем по колечку. Разделяем. И продеваем в персиковое, а затем в зеленое колечко. Для того, чтобы удобнее было продевать, я немножко сгибаю колечко, проталкиваю и затягиваю. Теперь разделяем на первую, вторую и третью цепочки. Все должны цепочки идти последовательно, друг за дружкой. Теперь берем первый конец. И продеваем сначала в зеленое, затем темно-розовое колечко. И затягиваем. И теперь снова самую первую цепочку продеваем в зеленое колечко, а затем в персиковое. И затягиваем. Теперь снова самый первый конец продеваем в розовое колечко и в следующее желтое.
Затягиваем. Теперь первый конец продеваем в белое и желтое. Затягиваем, немножко выравниваем и снова первый конец лески, первый конец цепочки продеваем в белое колечко и в розовое. И затягиваем. Выравниваем при необходимости. И у нас должна получаться такая вот замечательная цепочка. И так делаем до самого конца. Берем первый конец цепочки, продеваем в голубую, затем в персиковое колечко. Продели и затягиваем. Затем снова самый первый конец продеваем в розовую, а затем в персиковое колечко. И затягиваем. И самое первое теперь продеваем в голубое и розовое колечко. И затягиваем. Выравниваем при необходимости. Вот. И получается такая замечательная цепь. И в самом конце у нас остается на одном конце одно колечко. Его продеваем сначала в два. Затем одно продеваем между в голубое и белое. Да, это делать немножко будет сложно, но возможно. Так, затягиваем. И последнее розовое колечко продеваем в белое и в темно-розовое. Сгибаем и проталкиваем. Так. Затем желтое продеваем в розовое. Затягиваем. И наш замечательный браслет готов. Данная бусина нам служит застежкой. Такой вот замечательный, прекрасный браслет. Также цвета вы можете использовать абсолютно любые. Два цвета, три цвета, с одним цветом можете сплести. С тремя, 10, 5, 20. То, сколько вам нравится, сколько хотите. И на моей руке у меня рука по косточке. Обхват руки 15 сантиметров и чуть выше. Это 14,2, 14,3. Браслет немножко мне большеват, но сидит он вполне комфортно, вполне удобно. Всем спасибо за просмотр. Если у вас остались вопросы, то задавайте их в комментариях. Я с радостью на них отвечу. И как всегда, на этом я с вами не прощаюсь.